А где, как не на футбольном поле, можно взять автограф у Бенджамина Балимы, легенды футбольного клуба «Шериф». В Бендерах открыли такое вот прекрасное поле для детей, чтобы здесь играли в футбол. Меня сюда пригласили, чтобы я разделил этот праздник с детками. Здесь очень хорошая атмосфера. Я очень рад за детей, потому что у них теперь есть такая футбольная площадка. У нас фестиваль «Вояж Фест» проходит все лето во всех микрорайонах города. И вот сегодня особенная у нас радость, потому что в микрорайоне города открылась новая футбольная площадка. И, конечно, «Вояж Фест» не мог обойти стороной эту потрясающую новость, и мы решили устроить праздник именно здесь. Еще поздравить детей с открытием площадки приехал вратарь «Шерифа» Дмитрий Челядник. Когда ты только начинал свой путь, когда был в возрасте таких ребят, были ли у тебя такие поля? К сожалению, нет. Когда я был в юном возрасте, у нас только были поля натуральные, но, как сказать, такие, не высокого качества, но для нас это не было проблемой. Мы осуществляем мечты даже на таких полях, которые были раньше. Почему ты взял автограф именно на Бутсе? Потому что я помню у моего друга, когда он когда ему расписались на бусах, у него летали страшные пушки. Я хочу так же. Почему ты именно на бусе у Челядника взял автограф? Ну, вратарь – это главное. В команде, если защита ошибается, то все на нем. А вам 10 рублей не жалко? Нет, это уже 20. Это уже 20 рублей? Да. Скажи, как тебе этот фестиваль? Нормально. А тебе не жалко маме на 10 рублей? Нет, не жалко. Это ее, карманные. А для самых умных любителей футбола здесь организовали такое вот футбольное лото. Нужно ответить на 3 футбольных вопроса правильно, и тогда дают возможность поучаствовать в лотерее. Какая часть тела игрока не должна касаться сетки? То что здесь за вопросы? Здесь вопросы о спорте. Если ребенок отвечает на все 3 вопроса, мы ему даем вот такую вот карточку. И по этой карточке у нас будет конкурс, в котором будут разыгрываться призы. На открытии этого нового футбольного поля собралось около 200 детей. И прийти и поиграть сюда может каждый желающий.